Проверка связи. Раз, два, три. Извиняемся, что-то там со связью. Поставь включки тогда, если слышно. И начнем продолжать дальше. Без пауз. Так, плюсики есть. Вот. Остановился на том, что бестселлер ход релиза. Это, в принципе, достаточно. Facebook-группы, сайты. И когда вы уже по бестселлерам прошли, в нишу можете оттуда выдергивать вот этих бестселлеров и смотреть по ассортименту по их. И, соответственно, если вы в нише, то же самое. Смотрите главных своих конкурентов. Чаще всего, да, бывает, у него там 1-2 товара, особо на них сориентироваться никак не получится. Но если действительно часть... большим ассортиментом, то есть опытный продавец, это интересно. Вот. А по поводу того, что Женис как раз сказал, когда мы зацепили вот этим конвейером постоянными запусками товара хоть какого-то производителя, как правило, начинаем более внимательно вглядываться, что у него еще есть. Да, Жень? И да. Когда, оказывается, когда мы выбирали, не понимая даже, куда я смотрел. Вот я товары, бывает, запускаю уже, бывает даже так, что я выбираю товар и говорю, а что вы мне еще посоветуете? Или смотрю с этим товаром в нише, например, что еще продается? И беру паровозом. И часто бывает такая ситуация, что я выбираю товар по своим цифрам, он уже такой или трендовый, или я уже опоздал, или я никому не нужен. А второй паровозный товар, который я взял, который только-только вот начинается, или китайцы посоветовали, бывает даже лучше срабатывает. И, соответственно, если хороший производитель, хороший поставщик, очень классно развивать линейку. Мне вот сегодня образцы пришли только сегодня на товар. И мне пришло 2 товара вместо одного. Вот, я спрашиваю, а что это за второй товар? А это типа для VIP-клиентов, мы их даже на Alibaba не выставляем. Вот, но я говорю, ну ладно, возьму и тот, и тот. Вот и все. То есть нормальный производитель, он сам будет предлагать. Но просто не все такие нормальные. Так. Народ после 100 человек на 16 здесь. Сколько там, перепрыгнули? Чтобы вопрос... Ага, все, ну все перепрыгнули. Давай теперь вопросы. Сейчас я, Жень, тебе скину. Зайди в чат этого самого, зума. Я вижу в чате вопросы. Я тебе сейчас это самое. Или что, тебе личные бросают вопросы? Нет, они, ты их умеешь открывать? То есть ты нажми вот это, где надпись администратор, 3 минуты. Нажми на него, и у тебя вся история будет вопрос. Да, вопросы писать, Серый. Сейчас я тебе еще позвоню. Так, значит, ты видишь вопросы все? Да, я вижу, которые идут. Ну, не все, я вижу, которые идут в ленте. Ну, там в ленте сколько? Штук 20 или 4 у тебя все? Ну, 4, да. Вот, тебе надо нажать на цифру 3 минуты. Где эта цифра 3 минуты? Это где вот написано Денис в прямом эфире, администратор, 4 минуты. Есть просто прямой эфир. Ладно, я сейчас тебе скину тогда в Zoom. Вот, в чат переходи по этой ссылке, тогда ты увидишь все посты. Угу. Так, давайте. Егор, а какую наценку на товар рекомендуете делать? На мой взгляд, не буду рассказывать, что я раньше рекомендовал, потому что все постоянно меняется. Стратегия на данный момент такая. В первую очередь я смотрю, чтобы при демпинге, когда я буду стартовать, чаще всего, так как в прошлый раз рассказывал, причины покупать моего товара особо нет, отзывов немного, истории мало, социальной оценки мало, листинг не оптимизирован, я стараюсь давить ценой. Вот, то есть, действительно, самая выгодная, сладкая, интересная цена. Но... И она не должна приносить мне убытки. Желательно какой-то доход, там 50%, там бывает 100% даже при демпинге. Но желательно, чтобы она не работала в минус, потому что это меня напрягать будет. Вот. Но самое важное, я ориентируюсь на то, как я сказал, что я выбираю продавца в основном там ту нишу, где главный продавец продает с максимальной ценой больше всех. То есть я понимаю, какой потенциал у меня есть, и я, соответственно, ориентируюсь на него. Вот, да, я понимаю, есть какие-то точки,
То есть там, я не знаю, вот товар, например, я стартую там 10,99, а все торгуют там 15, а топовый продавец 19,99. Ну вот на 2, на 2, на 3 неделе я уже продаю по его цене. То есть цену поднять можно вообще без проблем. Опустить геморрой. Как правило, если мы сильно опускаем цену, нам бывает часто идут возвраты. Потому что есть недовольные покупатели, которым это не нравится. Это логично. А поднять цену вообще делать нечего. То есть просто 10, я вижу, у меня все, я зацепился, я чувствую день-два, и у меня идет жесткий рост. Тем более, как правило, у нас это в аутостоп все приводит. Я жестко поднимаю, то есть там до 50% в день. Раньше мы по доллару что-то там ловили. Вот. Все зависит от, опять же, от пика. То есть, когда мы, например, торгуем в нише, где там от 19,99 до 23 долларов, это самый такой мертвый вариант. Бывает, да, мы на пике, мы на старте, мы на подъеме, пока буст идет, мы и по 23, и по 24, и по 25 можем торговать. Но постепенно он сходит на нет и начинает продажа опускаться. Из-за этого очень внимательно. Я вообще хотел сказать, забыл сказать. То есть самый крутой вариант, когда ценник у самого продаваемого продавца выше всех, самый худший вариант, даже не тогда, когда он дешевле всех, а самый худший вариант, когда все торгуют, я не знаю, в долларе, в двух, в трех, долларах. То есть это значит, ниша супер оптимизированная, супер конкурентная, и делать там нечего. То есть они уже давно все упали. То есть не только там, то есть первая стадия это у нас сверху самый жирный, вторая стадия снизу самый жирный, но сверху еще народ не успел опуститься, еще продажи имеет. А третий это самое, это дно, когда все торгуют по одной цене. Но это уже все, там ловить нечего. Так. Из-за этого я предпочитаю наценка, чтобы у меня в перспективе была минимум 200%. То есть я доллар вложил, 3 Я получаю. еще добавлю один такой момент, что наценка зависит от товара. Если товар точно такой же, как продают все, тут как бы особо не наценишь, рыночная цена идет. А если товар уникальный, то наценку можно делать какую угодно. То есть Жень, не можно. согласен. Вот я говорю, вот мои товары сейчас. У всех одно и то же. Абсолютно одно и то же. И есть продажи, отлично. И всех подвинул, и не знаю, у всех, я тебе говорю, 10 тысяч бестселлеранка, а у меня Тогда 2. может быть такой момент, что ты продаешь там, где не продают все. Это Понимаешь? понятно, я тебе не про это говорю, а про то, что можно торговать абсолютно обычного. Ничего, не надо вот это вот в голову вбивать, особенно новичкам, про вот эту уникальность. Да ее нет, не существует. На Амазоне это вот то же самое, что вы в сетевой магазин пойдете, и там, если в супермаркет, там 20 тысяч SKU, и там, точнее, в этот гипер, и вы с чем-то таким уникальным. Да нет там ничего уникального. Там пылесосы Dyson, ну, в дорогих там каких-то, там, может, и продают какую-нибудь новую модель. А так никто не продает никакой инновации. Там печеньями продают, молоко продают, водку, пиво, сигареты. Все базовое. И чем больше спрос у населения, чем более он богатый, тем больше повторяющихся позиций. Как я помню, продукт питания занимался, и у нас мне рассказывали, в Америке там стоят, заходишь в магазин, и там, не знаю, 20 видов сметаны одно и то же. И на все есть покупатель. Вот, а у нас там мы забьемся там за 4 фейса, грубо говоря, там за 5, за 8. Вот, в зависимости от полочного пространства, холодильников там, и это, открытого холода там и так далее. Но я говорю просто, специфика везде всегда есть. Она всегда есть. Вот, и не надо загоняться на вот эту уникальность. Она есть, но в любом случае 90% нормальных запусков с обычных тривиальных товаров, которые просто изменили упаковку, этикетку, грамотно запустили, правильное ценообразование, правильный текст, правильный листинг. Все, это срабатывает. Потому что уникальный товар сложно найти. Еще сложнее, чем нормальный просто товар. То есть это идеальная история. Я на идеальную историю не верю. Вот. И из-за этого я тебе и говорю, что реально запускается обычный товар. У тебя какой? Хоть есть уникальный один товар? Запускаются обычные товары, запускаются, но в обычных товарах не всегда получается поднять Так очень это высоко. понятно. Так ты говорю, ты выбирай свою планку. Я из-за этого говорю, упор я делаю, когда на ценник. Именно исключительно. Когда топовый продавец продает дороже всех, я на него и ориентируюсь. И, как правило, мы доходим до него. Ну, сколько мы товаров запускали, вот оно так. Если товар твой стариканул, его зацепил Amazon, ты попал вот этот маховик, все, ты можешь продавать как угодно. Вот то, что ты дороже, как вот сейчас я начал дороже продавать бестселлера даже. Даже дороже него. Это понятно. У меня пока еще есть буст, я пока там стою на этих местах. И меня как бы фигачит везде. Но у меня так как out of stock, мне вариантов делать нечего. Я баланс еще. Так.
заставила ситуация сделать. Да, из-за этого. Но я сейчас сразу, то есть у меня товар уже подходит, я уже вернулся к этой цене, но я уже даже не боюсь, я уже не на доллар, не на два дешевле, как в начале. Я сейчас продаю на 2 цента дешевле, чем бестселлер. У него там 300 бестселлер ранг, у меня, я планирую, что, ну не знаю, какой у меня сейчас, но планирую, что будет там хотя бы 2000 и вниз пойду. Так, привет, Атай. Как сделать фото в дескрипшене на листинге? Дескрипшене фото можно сделать, когда у вас есть бренд-регистр. Так, дальше. Какие ниши вы предпочитаете, если не любите хоум, спорт и т.д.? Ну, во-первых, это на любителя. Это я не предпочитаю, я объяснил почему. Я люблю. Ну есть такой момент, вот я рассуждаю как раз опять же о цене. Моя такая вот тривиальная подход это я иду туда, где психологически люди скорее будут более дорогие товары покупать. Что это? Это дети, это животные, это здоровье, это такие вот вещи. И они могут быть в группах, подгруппах, могут быть и в Home and Kitchen, наверное, и в спорте. Найти надо искать. Просто там их меньше, мне кажется. Вот. Мне сад, огород больше нравится, тулс больше нравится. Здоровье сейчас где оно находится вообще? Между бьюти и вообще где-то там тоже. То есть здоровье мне нравится. Вот, то есть я понимаю, когда я там для здоровья буду покупать какой-нибудь суппорт на ногу, я буду покупать скорее более дорогой, чем более дешевый. Вот. Я именно вот таким образом рассуждаю. Просто есть товары, где идет жесткая заруба, я прям вижу. Вот, то есть там имеет значение огромная цена. То есть есть такие товары, и это страшно. Вот. А есть товары, где имеет значение понты. Это там, где надпись там какой-нибудь гидрофлаг, вот такая же банка, как у всех остальных, но он будет дороже в 2 раза, этот water bottle, ё-моё, что вот такой вот он крутой. Или какие-нибудь эти, как их звать, тамблеры. Ё-моё, да там они все одинаковые, все из этой нержавейки сделаны. Только одни продаются сотнями, а другие вообще не продаются. И куча народу привозил, и куча бонусов, упаковок, коробок, что только не делали, и без толку. Вот, потому что имеет значение понты, ё-моё, имеет значение бренд. Хотя, что такое там, какие-нибудь там у них там Арктик там или такая все такое Арктик там и какие уже забыл бренды называются, но в любом случае с ними бороться практически нереал, они именно брендами становятся, особенно там бренды амазоновскими и там такого плана именно тем для потенциальных покупателей, так скажем. Так, какие ниши сказал, если поднять, то БСР падает сразу? Нет, не сразу, все зависит от продаж. БСР вообще реагирует исключительно на продажи. То есть я говорю, сейчас на данный момент больше смотрю реально на продажи. Именно, то есть на БСР. То есть вижу динамику, куда он идет. От этого отталкиваюсь. Вот, и бывает он растет. Ну, как правило у меня, как правило, если правильно цену делаешь, грамотно, то БСР падает. То есть наши позиции продажи улучшаются. Если мы что-то делаем неправильное действие, БСР сразу на это реагирует. Не надо смотреть в краткосрочной перспективе, надо смотреть хотя бы, ну там, сутки-двое, то есть надо принимать решение, делать, и за этим следить очень внимательно. БСР обновляется как там, раз в 3 часа, что же, не знаешь? Где-то так, да. Так, пойдемте дальше. Я просто о том, что не бойтесь вообще цену менять. Но цену я поднимаю в тот момент, когда я чувствую, я зацепился. То есть оно вот, ну, я не знаю, как это объяснить, но это просто сразу понятно. Так, какая ниша вы предпочитаете? Как так, значит? Серега, если уже... Что такое пимеры? Выдавливание конкурентов, захват ниш, первую страницу, используя длинную стратегию, делая большие раздачи, отзывы купонов, то есть на начальном этапе заходить даже в убыток за месяц-два, но за это стать королем горы. Но тут в любом случае долгосрочно. Вот я говорю, вот сегодня у меня такая ситуация была. Мы с Сергеем с тобой как раз попробуем. У нас есть товар, который 2 раза мы запускали. Великолепно. Ну, то есть, я не знаю, но это просто супер, я считаю. Бешеная маржа, отличные продажи. Товар перспективный, нормальный, несезонный. Все для этого есть. И третий раз мы запустили. Я совершил, думаю, точно несколько ошибок. Вот. Они были, ну так скажем, не только от того, что я такой нехороший, а из-за того, что были условия к этому предрасположены. Вот, и накопилось все вот это. Вот мы чуть расслабились, вот, начали сразу вливать трафик в суперключи,
а ничем они не подпитаны, кроме вот этих вот раздач. То есть совокупности органики хорошей с этими ключами не получилось. Вот, у нас с тобой есть шанс по PPC, как раз мы уже ключи даже отложили для этого, чтобы сделать долгосрочное. Я вижу много товаров, это очень легко посмотреть по кипи, по опять же бестселлеры, где они реально через полгода становились бы. Я не знаю за счет чего. То есть вот человек торговал полгода, столько денег сжег, видно там продажи убогие вообще, бах, он стал бестселлером и нормально стал продаваться. Я этого не знаю, как сделать, я ни раз с этим не сталкивался, так долго с товарами не работал. Чаще всего мы выходим вот именно на нормальные продажи, это первые 2 недели. Первые 2 недели уже понятно, потом на третью неделю ты уже там король горы этой. Вот, а той стратегии, которую ты говоришь, что здесь надо смотреть, надо работать, вот, потому что сложно сказать. Но тут зависит от того, какие, насколько сильные конкуренты, которые находятся в нише, насколько они сильно будут держаться. Они точно так же могут Конечно, опуститься, долгосрочная перспектива. начнется, так сказать, такая игра. Если у них серьезный капитал, то ты с ними будешь в этой ценовой теме участвовать, и неизвестно, кто тут победит. То есть так слишком Ну, я из-за сомнительно. этого говорю. Нет, это в основном такую игру играют производители. Ну, то есть у кого там другие С совсем серьезным задачи. капиталом надо Да, подходить. Что думаешь? мы идем же простыми мерками. У нас все просто. Нам надо вложить поменьше, заработать побольше. И максимально быстро. Потому что мы еще находимся на стадии начального. У нас же мы проходим много стадий. Первой стадии вообще понять, что такой Amazon существует. Второй стадии поверить в него. В третьей стадии что-то зацепить. Четвертая стадия, там, я не знаю, начать научиться продавать стабильно. Что ты выходишь, ты не сомневаешься, что ты по-любому будешь продаваться. Плохо ли, хорошо. Как бы там ни было, там куда-то слить есть. Надо вот сервис развивать по сливу продукции, чтобы там, я не знаю, там хотя бы 30% человек возвращал стабильняк. То есть он уже понимает свои риски туда-сюда там. Или особенно там 50% денег мог вернуть. Прям людям скидывает, а они там дальше продают. Это было бы вообще круто. Вот, из-за этого следующая стадия, вот такая нормальная, это вот стадия зарабатывания денег. Вот, потому что ты начинаешь уже верить, ты уже начинаешь понимать, ты начинаешь смотреть, куда тебе эти деньги реинвестировать. Вот, и вот ты когда вот на это вот мы как раз дошли до этого момента, мы начали зарабатывать. Вот, потому что я еще полгода назад говорил, у меня ни одного своего товара, все не чужими. Мы, соответственно, очень большие деньги уже, я считаю, вложили, много чего сделали за короткий промежуток времени. Двигаемся дальше. Вот. И у нас, соответственно, будет такой же опыт, когда вот товары, например, перспективные, хорошие, на длинной дистанции будем работать. Вот, посмотрим. Так, Егор, а какую наценку на товар рекомендуете делать? Ну, я говорю, минимум это 200% при стабильных продажах. Это просто минимум. Вот, чистыми я имею в виду. То есть, это 100 рублей вложили, 300 получили. Это минимум. Но в идеале это 300, наверное. В принципе, это абсолютно достигаемая вещь. Главное, чтобы ваш товар действительно был качественным, подача была качественная, все было качественное, нормальное. И все. То есть, приближайтесь к бестселлеру, как я сказал, который выше всех находится, и работайте. Да, бывает, вот мы сейчас товар запустили, не я, а ученик мой, и у него действительно 29,99 была цена. Мы с ним определили 19,99, отличная цена, он стартанул, зацепился, 50 продаж, в аутосток вылетел. И смотрю, его конкурент 19,99 поставил. А бывает часто конкуренты так не реагируют и стоят как вкопанные. И их вообще ничего нет, самое, никак не будоражит. И, соответственно, когда вы на старте выбрали эту наценку, и вы определяете, и вы видите там 500% наценки, если он не падает, то все норм. Так, Теодор, говорят, что не нужно выбирать бестселлера, а то будет очень конкурентно. Да, инвестиции нужны очень большие. Ну, что такое большие инвестиции? Я не знаю, я не смотрю на бестселлера, я не собираюсь значок бестселлера ловить. Мне вообще по барабану на него. Вот. Говорят, что да, лучше, у кого-то нет вообще. А у кого-то в нишу зайдешь, на первой странице все бестселлеры. Ну, это то же самое, что с выбором товара. Есть специфика. Вот помимо того, что материалы есть, которые товары постоянно меняются, и которые не меняются. То есть полотенце и какой-нибудь там технический прибор. Вот. А есть, например, другая тема. А самый обалденный вход в нишу, это прям вообще супер обалденный. Это вот на примере, например, возьмем подсветки унитазов.
год назад, в июне месяце, где-то там в мае, они поперли классно. Потом они сдохли, потом там доторговывали и так далее. И там была одна проблема. Хоть это и технический прибор, все абсолютно одинаковые, с абсолютно одинаковым функционалом. Ну, по крайней мере, что я со стороны видел, сам не торговал, не вникал. Но работал с людьми, которыми им торговали. Вот. Все. И что к чему к этому привело? К тому, что нет разнообразия, просто рано или поздно придет к снижению цены. Естественно, все начали демпинговать. И ушла вся маржа вообще в никуда. Насколько я помню, у меня товарищ торговал чуть ли не по 25 долларов. А потом, в конечном итоге, через полгода мы увидели, что там чуть ли не по 6, по 7 торгуют. По 9, ну то есть вот такие цены. Вот, тот же самый товар, ничего не подешевело. Вот, и здесь надо тоже понимать. Есть ниши наоборот. Вы туда зайдете, и там будут все модели разные. Абсолютно все. То есть на первой странице не будет ни одной повторяющейся. В этой нише очень сложно выделиться будет. То есть какая бы у нас новая модель ни была бы, что бы там ни было. А в той нише, где все одинаково, наоборот, проще выделиться. То есть просто стоит найти новую модель или новый функционал, и все, и вы будете красавцем. То есть вы реально будете царем горы. То есть вот этот вот момент, надо вот это все на тонком. То есть здесь уже надо смотреть, чтобы быть и не вульгарным, чтобы быть и не востребованным, чтобы, например, там выпендриться так, что просто там караул. Вот, но надо какой-то баланс искать. Но однозначно эффект вот новинки, эффект того, что у вас что-то другое, у вас всегда найдутся извращенцы, которые будут только у вас покупать. То есть не будут покупать там, например, те вещи, которые уже есть, а будут непосредственно ваши покупать, даже если она какая-то там не особо. А если особо, то вы можете рынок реально сломать. Так. Конкуренция бестселлеры понятно. Все, вопросов теперь опять сверху. Что у нас тут? На Waterbottle, насколько я знаю, ну, не знаю. Вообще сертификат надо всегда у производителя спрашивать. Ну, потому что все-таки там употребляют. Но насколько я знаю, у них нет сертификатов, нет необходимости на товар, из которых едят. Ложки, там, стаканы, а нужны сертификаты, то, что едят, употребляют в пищу, наносят на лицо и так далее. Насколько я помню, ну, я точно не знаю, ими не торговал. Фото и дескрипшн могут делать только те, у кого компания зарегистрирована. Но я говорю, бренд в регистре. Как сделать себе, чтобы первое фото на листинге с мобильного... Так, у меня уже глаза что-то смыкаются так. Потерял вопрос. Как листинге с мобильного телефона было крупным планом? Ну, во-первых, обрежьте все белое, то есть у вас должна быть фотография максимально обрезанная, и растяните ее 1500 на 1000. Тогда на мобильном она будет максимальных размеров. Кстати, на Waterbottle нужен так, понятно. Как правильно поднимать цены, если конкуренты стоят ниже, лидер ниши на уровне? Да я не смотрю на остальных на самом деле. Я ориентируюсь вот реально на топовых продавцов. Мне без разницы, как торгуют все остальные. Во-первых, если мы возьмем разные качества товара, ну это вообще не имеет значения. Если возьмем, что мы торгуем примерно все одним и тем же, ну надо понимать, за счет чего мы. Все равно, что бы мы здесь ни говорили, мы должны понимать, помимо качества товара, за которым мы должны быть уверены, хотя иногда мы сами себя в этом убеждаем, а это не так. Но так как я не могу все товары сравнить, мне сложно сказать. В магазине, в офлайне все-таки можно сравнить, а здесь нельзя. Вот. Так. Вот. И чтобы вот этот классный товар был, надо понимать, что подачу надо сделать. Так как потрогать нельзя, надо, соответственно, чтобы были классные фото, классные отзывы. Но без этого никак. Ну, человек читает, у него вариантов нет. Он визуально смотрит и по факту читает. То есть я все про... Там, покупаешь телевизор, покупаешь там это, покупаешь что, я еще YouTube смотрю. Вот, помимо всего прочего. Это видео, видеообзор. Типа независимых людей. На самом деле им также деньги платят основная масса. Вот, или они как-то каким другим образом замотивированы. Вот таким образом. Из-за этого поднятие цены всегда индивидуально. Всегда индивидуально. Тем более одно дело вы на бусте это поднимаете цены и можете себе позволить. Потом надо все это как инструмент музыкальный. Кто-то на нем шумит, кто-то играет. Кто-то играет хорошо.
Вот, я поднимаю цены, я сейчас говорю, то есть 10, 15, мне нравятся рубежные цены, 9,97, 14,98, там, 19,99, там, ну и так далее. В таком контексте я всегда делаю. Ну вот, поднимать можно, ничего страшного нет. Так, значит, Алина, что значит, запускали один и тот же товар два раза, ушли в аутосток и снова перевезли под тем же лисом или нет? А, первое, там длинная история, привезли товар, запустили, он замечательно пошел, кончился. 2 месяца прошло, ужасный производитель, точнее, они не производители, а ужасный, 2 месяца аутосток. Привезли опять товар, запустили его, пошел он средний. Ну, то есть, когда мы в тот раз у нас на аутостоке, он на 82, что ли, или 6 продажах ушел, а в этот раз до 40 довели, и вот он никуда особо не идет, ну, так как тот товар на сад, который у нас был, даже его не хватило до следующего аутостока, чтобы не было. Но мы думали, там какие-то другие проблемы, мы запустили параллельно другой новый товар, похожий на этот же товар, ну, то есть, практически то же самое на самом деле, отдельные вариации, можно сказать. И мы опять минимальными действиями вывели его в топ легко. И приняли решение. И он тоже, естественно, выйдет в аутосток. Потому что он был пробный. Партия была 500, а у того 1000. Ну и 1000, и 500 все вылетели в аутосток. Мы приняли решение перезапустить полностью. Сделать новые ФСНКЮ, новые листинги и все остальное. Запустили, и вот он у нас застрял. Вот и все. И тот, и та позиция, и та. Но опять застрял это. Мы разговариваем о десятках продаж, но мы рассчитывали на сотни продаж. Вот. Из-за этого я и говорю, что сейчас мы будем использовать другие ресурсы, потестируем, как бы бюджет у нас в этом отношении не ограничен, ну, в разумных рамках, конечно, вот, будем собирать статистику, посмотрим, ну, придется рестарт делать, потому что мы в этот раз уже привезли первый раз 500, потом 1500, а сейчас уже 6000, вот, каждого по 3000, то есть уже так серьезные вложения уже совсем другого рода, понятно, что мы их продадим, понятно, что и просто наша стратегия в первую очередь заточена на выкупы. Но мы уже столько выкупов сделали, что даже нам уже тяжело найти еще, кто будет выкупать. Вот, если была возможность, мы бы сейчас просто бы сделали смену осина, и сделали рестарт. То есть, если бы сейчас мы сделали бы все нормально, ничем не рисковали бы, по-новому все это сделали, я бы это сделал. Но сейчас мы делаем небольшую паузу, посмотрим другие ресурсы, потому что выкупы делать, потому что опять это как минимум две волны, это 100%, это 3, 5, 8, 13, это у нас, считай, получается сколько там, 16, 29, 58, и еще так чуть-чуть, то есть это опять 150 раздач примерно, то есть 150 человек найти, это очень сложно. Так, арбитражом вы вообще не занимаетесь? Нет, не занимался никогда, ни дропом, ни арбитражом. Вытягивать товар из аут во многих случаях. Во многих случаях может он и вытягивает, Илюх. Я ничего не могу сказать. PPC мы еще не пробовали. Вот. Раздачи не вытягивают. Не вижу причин, почему должно PPC вытягивать. Просто есть случаи, которые вытягивают, есть, которые не вытягивают. Вот, это первый момент. А второй момент более важный. Когда ты параллельно, вот я же уже схему объяснил, параллельно запускаешь, он туго идет, а этот легко, ну зачем тогда мазохизмом заниматься? Привести надо большое количество и просто продавать нормально. PPC вытягивает опять. Я не знаю, что он там вытягивает, то есть я сомневаюсь, что на PPC можно на бестселлера выйти. Ну то есть ты там с 10 продаж, с 20, там, грубо говоря, выйти до 110. А с аута, вот, то есть именно когда ты бустишь с нуля, можно выйти. Мы пошли, как бы, наверное, рискнули ва-банк. У нас и тот лизинг есть, и тот. Можно вернуться к тому, там, что 2 месяца у нас аутосок, даже остатки товарные перекинуть туда, доторговать с тех лизингов. Можно что угодно делать. На самом деле, если, вот как сейчас я видел вопрос, а в этом году не закроется ли склад Амазона? Ну и закроется, ничего страшного. В прошлом году мы этого ничего не знали, не было преп-центров. Тут ребят столько всего организовали, ну ничего страшного нет. Я не ориентируюсь на Новый год, у меня нет праздничных товаров. Ну, обычные товары, да, их могут подарить, ну, не более того. Вот, и это не проблема. Если загоняться по датам, по вот этим всем новогодним праздникам и всем остальным, вообще можно не начать работать. Потому что в феврале они не работают, в январе они будут под январь, под февраль готовить товары. В декабре они там
текущие, соответственно, работу делают там в бешеном режиме, потому что продажи были, там готовят, опять же, к февралю. В марте они будут февральские аутовстоки закрывать. Кстати, кто удачно попадет в ниши большими товарными остатками, в феврале, в марте можно хорошо зацепиться. Это вот точно. То есть из того, что, то есть из всех негативов можно всегда позитив найти. Но это все равно риск. А так с PPC мы сейчас как раз PPC будем заниматься, но так как листинг новый, тут уже ничего не сделаешь. Мы экспериментируем. То есть мы такие люди, которым я хочу все знать. То есть я хочу лично все знать. Не кто-то там YouTube кто-то рассказал или где-то в Америке сделал. Я хочу сам сделать. Хочу сам сделать, попробовать и сказать, как это работает или нет. Хотя я понимаю, что сегодня это не работает, завтра может работать. К счастью, мы это себе можем позволить, вот, но я тоже не могу себе позволить постоянно такие вот косяки, ошибки. Так, дальше. Алина. Заказываете ли вы листинг после того, как товар ушел в out of stock? Если да, то после открытия листинга, прибытия новой партии. Снова долго ваши позиции прежние устанавливаете. И, ну, после двухмесячного out of stock восстанавливаются позиции. Это чуть-чуть неправильно. Позиции мы устанавливаем, мы проверяем по трекеру. Это все замечательно, классно. В трекере у меня 100 позиций забито, из них индексируется там 70, грубо говоря. Вот, хоть есть и способы проиндексировать больше, но мы взламывали, проверяли конкурентов, там, Keyword Inspector. Он показывает 7 тысяч, там, например, 3 тысячи ключей, топ-20. А мы индексируем 100 всего. Из-за этого, когда мы восстанавливали свой товар, он, да, он прям сразу индексировался. И когда у нас с рефаундов товар приходил, он тоже индексировался. Приходил с рефаундов и мгновенно продавался. 20 посещений, 15, 10, 30 посещений. И мы даже не замечали, как товар возвращался и сразу же продавался. Это было, ничего здесь такого нет. Вот, из-за этого мы как бы пытались. Но он не вышел на 100 продаж. Также мы делали вложения, также мы продвигали, не вышел. Из-за этого я говорю, я сомневаюсь, что PPC, например, бы его также вытянуло. Он вытягивает PPC однозначно, он реально очень много всего делает. Но мы хотим и PPC в том числе. И раздачи, и PPC. И мы объединяем как раз команду для этих всех действий. И сейчас вот я товар привезу, и Facebook хочу запустить еще параллельно. Ну вот, то есть человек будет этим заниматься. То есть все используем. Вот все, что можно использовать, мы используем. Так, Максим. Денис, скажите вкратце, как вы вытаскиваете товар после аута, не используя рестарта? Я имею в виду создание нового листинга. Ну, просто, если вы имеете в виду создание нового листинга, это вы стартуете как абсолютно новый товар и не смотрите, что у вас было дальше. Я единственное могу сказать, никому не советую прицеплять старую вариацию. То есть мы прицепили старую вариацию, и мы считаем в первую очередь от этого. У нас как вот мы, я не знаю, мы столько сделали раздач, и такого не может быть, что мы не пробили бы эти ключи. То есть у нас так это туго идет, просто я не знаю. Пипец просто. Жень, ты не считал, сколько мы раздали вообще? Ну, много раз дали. Ну так, навскидку на два этих листинга. Не помнишь? На скидку. Сейчас скажу на скидку. На 50, на 2, на 2 может быть. Штук 200, да, наверное? Ну, 150 может есть, да. Ну вот, то есть вот такие вот цифры, и мы не сдвинули, и мы это били по двум ключам. Вот, я говорю, видимо, была ошибка, а то, что мы полезли в наглую, на, сразу на высокие ключи. Вот, но у нас как бы индексировалось все неплохо. Я еще раз говорю, Amazon на старте Boost, он в любом случае раскидывает, именно предлагает нас везде. Вот, то есть, ну самое что прикол, месяц назад у нас по PPC, у нас был ОКОС 15%, у нас был там CTR, там, я не знаю, бывало и 6%, и 5%, в конечном итоге в среднем 1,5%. И все это росло. А сейчас те же фото, тот же листинг, те же цены, все то же самое. И причем мы там цены задрали в два раза, а сейчас мы, соответственно, со стартовой цены. У нас сейчас PPC просто мертвый. Все то же самое сделали абсолютно. Вот когда все хорошо, оно все хорошо, не надо ничего. А когда вот такая ситуация, ну вот приходится что-то там выдумывать. Так, значит, Александр, объясните, пожалуйста, вижу листинги, бренды, так, один товар подписан по-другому, например, sold by Amazon, заходите на листинг, там совсем по-другому подписан товар, например, объясните это, пожалуйста.
Ты понял, Женя, о чем разговор? Не очень. Вижу листинги, бренд один, а товар подписан по-другому, например. Не понимаю. Тут еще как-то это, на какие-то ошибки грамматические. Затрудняюсь. Так, значит, Светлана, пользуетесь ли вы Асиным спектром? Насколько эта программа достоверна, если альтернатива? Я Асиным спектр, дорогая программа, в те времена это была как бы такая элитная, элитарная. Вот, мы на Амзоскопе, я по крайней мере. Меня вполне устраивает. Базовый, абсолютно рабочий инструмент, супер недорогой. Есть аналоги, кому что нравится, я просто привык, как общий знаменатель, пользуюсь. Асиным спектр, раньше, когда мы интересовались кучами этих программ, он что давал? Он занижал очень сильно. Очень сильно. Вот. Тут вопрос дизайна. Кому нравится какой дизайн? И, да, смысл-то один и тот же. Там ничего гениального все нет. Не надо рассчитывать на эти программы. Мозг – самая лучшая программа. Вот. Это аналитика, это сбор статистики, ручка и карандаш. Вот. Есть просто вещи, которые вам сокращают время, и это стоит просто денег, и все. Только время стоит денег. Все остальное, все эти видосы, все эти программы, все остальное – это просто инструменты, опять же, которые сокращают время. Почему в мануале нет показа на высокочастотном слове? Тоже я не понял, в каком мануале? В рекламе имеет в виду мануальный, наверное. В мануале нет показа на высокочастотном слове. Ну, объясни, я что-то не пойму. Не, ну причин много может быть. Может быть, ставка маленькая, может быть, Amazon не считает листинг релевантом к этому слову. Я понял. Impression нет. Да, да. Просто нет impression. Ну, с impression там все просто. Бит пока не поднимете и все. То есть у меня бывала такая ситуация. Это еще раз говорю. Может быть. Да, только от этого. То есть impression нет, исключительно из-за бида, мне кажется. Я, конечно, не спец по PPC, но первостепенно регулируется этим. А бит, соответственно, это в конечном итоге увеличение бюджета. Так. Штефан, привет, Денис. Ты что посоветуешь поднимать сильно цену, чтобы не уйти в аутосток, или лучше оставить все как есть? Опять все, вот я реально выходил на аутостоке. Если, короче, смысл какой? Баланс. Все до одного товара, до этого момента, меня вылетали в аутосток. Мы вылетали на всех парах. Это чуть-чуть неправильно, потому что можно реально бабок поднамыть. Ну, так реально есть, то есть лишние там несколько тысяч долларов, мне кажется, на дороге не валяется, а когда идет жесткий буст, мне кажется, Александр, потом пообщаемся по Фейсбуку, мне кажется, все-таки в аутосток надо выходить на всех парах, если вы точно понимаете, что не можете дойти. Но можно немножко денег заработать. То есть реально поднимайте цену, пока у вас продажи не начнут останавливаться. Или вниз не начнут идти. То есть если они идут вверх, надо однозначно, то есть вот вы определили ваш объем, например, вас это устраивает. Ну зарабатывайте деньги. На 2 дня, 3 дня дольше продавать будете зарабатывать несколько тысяч долларов. Я вот, когда мы в Outstock первый раз выходили, мы думали, на самых парах. Ну, это не всегда погода делает, то есть можно лишний доллар заработать. Вот, по поводу, если вот как сейчас у меня товар получился, я все-таки на зубах со 100 продаж уронил до 50, но на зубах один раз дотянул, потом опять ценник опустил, опять до 80 поднялся. Сейчас опять у меня out of stock, я цену вообще задрал, ну, просто дороже бестселлера. Опять опустил продаж, то есть я вот именно маневрирую между небом и землей, то есть у меня прям день на день, день на день. Я смотрю, бестселлеранка у меня 2000-1900, падает, потом бах, я ценник, у меня он там 2500, 2300 держится, думаю, 2500, он 2300 опять, то есть он 2-3 дня держится, потом смотрю, 2600, 2700, до 3 дошел, я начинаю цену опять ронять. То есть здесь как начинаем ковырять уже по ситуации. Таких темпов не будет, конечно, здесь достаточно. Но я говорю, Илюх, в этом вся и проблема. То есть мы, может быть, очень сильно расстроены в том плане, что у нас планы совсем другие были. Вот, то есть из-за этого ты как-то неожиданно получаешь эту ситуацию. С агрессивными ставками возможно, но раздачи могут быть выгоднее. Согласен.
Экономику нужно считать. Согласен, Facebook в каком виде использовать. Есть человек у меня по Facebook, как используем, потратим туда, как обычно, денег своих. Если будет результат, вот у нас сейчас на данный момент ситуация какая? По Facebook все, в принципе, понятно. Если мы не говорим о краткосрочных там всяких вещах, которые там мыльный пузырь этот надувает. Мы говорим исключительно о построении брендов, там всяких вот этих вещей, теплой аудитории и всего остального. Но это вот там 3-полгода. 3 месяца-полгода – это как бы тема интересная, но это всем далеко. Товар не у всех есть, а у кого есть такие уже продажи, в принципе, тоже уже под вопросом, надо ли это делать и опять на это бабки тратить. А чтобы в построении бренда, не так много у нас таких продавцов, и у них, наверное, есть свои специалисты. Ну, по крайней мере, я делаю. Второй момент – это увеличение продаж. Когда у нас есть продажи. Вот сейчас, на данный момент, для меня очень важно интегрировать именно социальные сети любые, там, с Ильей, там, Инстаграм, там, вот, с Александром, там, этот, как его звать, Фейсбук, или еще что-то там добить, для того, чтобы сделать, увеличить буст. То есть, мне очень интересно, получится это или нет. И чтобы именно и задание дал, чтобы люди сконцентрировались на определенной простой задаче. Сделать увеличение по бусту. Чтобы это было вполне возможно, да, это какие-то полезные действия, связанные с купонами там или еще с чем-то. Но первостепенно, просто буст. Потому что должна быть верифай, не верифай. Чем более у нас сложный запуск, чем больше у нас всяких вот этих вещей отработанных, вот, тем, я считаю, это будет круче. Ну, по крайней мере, до этого всегда все срабатывало. Давид, и бей, если трафик пустить сразу на листинге, линк рекламировать или на какой-нибудь прокладной сайт. Но это уже из другой серии по поводу прокладного сайта. Это из серии у нас там статистику собирать, потому что Amazon не покажет статистику. Там не все так просто. Я не специалист во внешнем трафике, ничего особенного не посоветую. Все примеры того, кто говорит, что они специалисты в внешнем трафике, вот, ни разу что-то ни у кого не получилось. Путевого, такого действительно цельного, хорошего, интересного, я примеров не видел, не могу сказать. Мы еще это не делали. Качественно. То есть, что делали, ничего не получается. Андрей, как лучше, дорогие, но мало кликов или дешевые, но много кликов? Затрудняюсь сказать. Лучше дешевые и много. Это, мне кажется, вообще лучше, чтобы продажи были. Там, через окос там считается. Есть много разных стратегий. Я с людьми общался именно со слов людей, сам не пользовался. Кому-то нравится там агрессивный и так далее, кому-то нравится 5-10 продаж иметь и иметь там 100 товаров. Соответственно, это что касается раздач, что касается начальной стадии не верифай, верифай, и то же самое касается и PPC. То есть есть стабильные продажи, есть доход, есть математика, человек запускает постоянный товар, он ни с кем не бьется. Я такой тактике не прибегаю, мне она вообще не нравится, мне она не интересна. Мне интересно получить максимум информации, максимум прибыли с этой ниши. CTR средний. Это очень сложно. CTR может быть очень низким, но я не знаю. Мне кажется, вот у нас, я говорю, CTR до 6% доходил. Вот с этим товаром, даже с группой товаров. Ну, пускай там, конечно, в итоге в среднем CTR, ну, это в день 6%. В среднем он у нас постепенно рос до 1,5, там, 1,6-1,7%. Я считаю, это вообще шикарные цифры, но сейчас это же самый товар, у него CTR там 0,30, наверное. Вот все то же самое, причем демпинговая цена. Сейчас цену поменяли, скорректировали. Ну, это вот такая загадка, который есть, в принципе, решение, надо просто пробовать. Просто это будет стоить денег, и все. Так, Анри. В среднем сколько процентов с продажной цены продукта тратится на PPC? Ну, если у нас товар нормально продается, практически вообще ничего не тратим на PPC. Вот, и приходим, прибегаем к товару. Я пользуюсь PPC в первую очередь. В идеальной той схеме, которая когда срабатывает, когда все идеально, это мы берем автомат для сбора статистики, естественно. Бит минимальный.
если у нас товар нормально зацепился, этого вполне достаточно, чтобы набрать огромную статистику и получить продаж до 50 от общего объема за смехотворные деньги. Ну, то есть объем там, я не знаю, продаж будет, ну, даже затрудняюсь сказать, сколько. Так, на цифрах. Ну, у нас небольшие затраты на PPC, потому что для меня PPC в первую очередь это именно увеличение продаж, а не буст. Вот сейчас вот с такими товарами, с которыми мы начинаем сталкиваться, которые не заходят или не заходят неожиданно для нас, мы, соответственно, PPC уже начинаем рассматривать по-другому. То есть вот на данной стадии мы должны были PPC запускать там автомат, собираем статистику, потом поднимаем ключи определенные с PPC или через раздачу. Но если у нас этого нет, придется PPC включать на полную катушку и смотреть, что там с ним будет. Будем раскручивать. Вот. И здесь уже, опять же, процент на начальной стадии сбора статистики будет совершенно другой, чем процент через месяц, например. Потому что сбор статистики – это все равно нормально, это месяц и дальше. Ну, опять же, концентрация. Если вы там $1000 ставите в день и наберете статистику гораздо быстрее, наверное, чем если поставите $10. Леонид Семенов. Напишите еще раз вопрос. Я не вижу сверху какой. Пропустил его просто, видимо. Так. Так, секундочку. Последний вопрос. В какой стране произведен ваш товар? Ну, мы все из Китая возим. На данный момент в плане скорости запуска товара для меня лично Китай мне конкуренция. Есть что, Жень, еще добавить? Добавить? Ну да. Такой экспресс. Вопрос-ответы. Раскидали. А, инструменты в Facebook какие? Ну, я же говорю, я этим не занимаюсь. Есть люди для этого, Саша. Они пускай себе голову забивают. В этом вся и сложность. Просто у каждого своя специфика. Каждый занимается. Мне предпочтительно именно брать специалистов в каждой своей нише. Но это уже по PPC надо отдельно. Богдан, и стоит ли запускать несколько автоматов по одному продукту? Понять с ними. Опять же, это все, вот я честно могу сказать, я PPC не спец. Вот тут есть у нас Александр Ковалев, к нему скорее эти вопросы. Но по-любому каждому товару не бывает одного решения. Вот я не знаю таких вещей, где есть решение одной сложной проблемы одним каким-то действием, там, делать несколько или не делать. В любом случае, если вы будете делать разные, делайте разные беды, я так понимаю. Вот, Илья не стоит. Вот. Ну вот я из этого говорю, я тоже, у нас как бы сегодня, давайте вопросы по выбору товара, ребят, потому что как бы PPC тут вон специалисты, я вижу, они плавают, они именно PPC-шники, я не PPC-шник. Все правильно, Сергей, я тоже так считаю, у каждого товара индивидуально, когда вот можно просто рассказать хоть весь курс, показать любые видосы, показать любое обучение, у каждого товара будет своя история. У каждого товара будет своя история. И выбор товара. Еще раз говорю, даже вот я могу свои примеры просто говорить. Я рассказываю исключительно свой опыт. Мы запускаем много товаров. Есть, когда я собираю вот эту свою таблицу инструментов, собираю статистику и все остальное, подгоняю под сезон, себе ставлю галочки и каждому сезону подготавливаю товары определенные уже заведомо. Вот. Я своему партнеру даю, чтобы он занимался поиском производителя. И он вот несколько товаров пропустил, не нашел. А мои ученики занимались, кто-то находил эти товары сами. Я не предпочитаю им подсказывать, я считаю, они должны сами ковырять, приносить, и мы будем вместе индивидуально каждый товар обсуждать с комментариями. Вот, и они этот товар мне приносили, или я советовал, я уже не помню. В конечном итоге у них отличные продажи на каждом из этих товаров. Они нашли просто своего производителя. То есть нашли своего поставщика. Все, то есть при прочих равных
в конечном итоге сработало то, что есть производители, а мы не нашли. И все. Так, как насчет тактики, где по-любому продается товар и происходит каждый по 5-10 штук в день, в зависимости в день. Завести много позиций, а именно кабели, наушники, точилки и т.д. Чтобы в сумме продать 50. Я не знаю, у всех свои стратегии. Я не понимаю такой стратегии, мне она не интересна. То есть вот эти 5-10 Я штук там. могу рассказать про такую Давай. стратегию. Давай, То есть конечно. эта стратегия вполне работает. То есть в одну нишу ты заходишь с одним и тем же товаром, лепишь, допустим, 3-5 брендов разных коробок, а товар одинаковый. И продаешь по 5-10 штук, в сумме накапливается там, допустим, 50. Это вполне рабочая стратегия. Кто-то какой-то синяя коробка больше нравится, чем красная, зеленая еще лучше и так далее. То есть тут просто сумме надо завозить 5 раз больше этого продукта. А так стратегия работает, ты заполняешь нишу своими разными продуктами вполне. Может Ну, быть. тут здесь даже не, мне кажется, не от одного товара, не вариация вопроса. Волокиты немного больше, надо делать 5 раз листингов и так Да, далее. лисинги, вот эти все, следить за логистикой, а то и производители еще разные. Я не знаю, мне как-то, я все-таки больше, наверное, как спортивный такой интерес. Нет, она работает, эта стратегия нормально работает. Занимаешь нишу, выдавливаешь нишу с собой разными брендами. Вполне Вон, нормально. Серега так работает, у него такой продукт. То есть огромный ассортимент. Серега видел с другой стороны, как я работаю. То есть у меня чуть-чуть по-другому. Стратегий много. Из-за этого, когда, например, люди приходят и что-то спрашивают, я говорю, в том-то и дело, что так же, как история у каждого товара своя, так же и стратегий много. Что по выбору товара, что по продвижению его. И много удачных примеров, много неудачных примеров. Надо просто понимать, где собака зарыта. Вот. То есть в этом отношении однозначно нельзя ориентироваться исключительно на определенную какую-то стратегию. То есть вы можете вот эти завести кабеля свои по 5-10 штук продавать, а какой-то у вас выстрелит, да, Жень? Да, И вы сразу концентрироваться начнете на этот товар. И забудьте про эту стратегию. Когда у вас будет один продаваться или 5 товаров по 100 штук каждый, вам вообще это не надо будет. То есть об этом задумаешь только тогда, когда ты еще не продавал по 100. Я не знаю, как это... 100 будешь продавать, ты уже никогда даже, вот просто мне лень даже заниматься. У меня есть такие товары, даже голос я не сбиваю ими. Я не понимаю, как их контролировать. Я вижу, у меня бестселлеран 50 тысяч, 30 тысяч, какие-то продажи идут, у меня какие-то там 5 первых страниц есть. Я понимаю, если бы у меня было 55 этих первых страниц, я бы продавал бы там 40 штук. Я понимаю, смогу ли я успеть продвинуть, стоит ли столько денег туда вкладывать или не надо. Вот я о чем думаю, а не о том, сколько я зарабатываю, какие там продажи. Я не вижу перспектив. Вихрями никакими не пользовались, не собираемся и не будем никогда. У нас своих стратегий море. Зачем нам пользоваться вещами очень специфическими? Так, Владислава. Денис, привет. Как вы думаете, один магазин бренд должен продавать товары только в одной нише или в одной тематике? Или это на начале пути не так важно. Пока еще нет смысла раскручивать бренд, можно и торговать товарами из рандомных ниш. Я так и делаю. Единственное, я больше переживаю на данный момент не о брендах, потому что я не маркетолог, я не человек, который любит об этом говорить. Я люблю просто продавать товары. Мне дайте любой товар, услугу, там, я не знаю, какой-то материальный товар, там, неважно что, просто есть качественный. Я просто хочу торговать с качественным товаром на перспективу, на длинную перспективу, чтобы была репутация у этого товара, чтобы товар был интересен, и мы его развиваем. Есть смысл в него вкладываться. Не хочется деньги заработать. Заработал и убежал. Вот. Я больше беспокоюсь за безопасность этих денег и всего аккаунтов, того всего. Я просто их нивелирую, раскидываю на много аккаунтов и разбиваю, стараюсь разбивать сразу по тематикам. Вот. Но это опять же не всегда и не всем это нужно, все эти тематики и все остальное. Но я лично так делаю. Но я реально не задумываюсь о брендах. Да, я сделал нейминг, у меня как бы есть, я их добавляю каждый раз там
наклейки ляпы, но на начальном этапе я не задумываюсь вообще о брендах. Когда будут продажи, когда я все-таки раскачаю и сделаю в группе там достаточно много товаров, вот тогда буду думать уже о брендинге, там, о всяких моментах, нанимать людей, которые этим будут профессионально заниматься. Ну вот, я буду, как и продолжал, выбирать товары, продавать, выбирать, продавать, выбирать, продавать. Все, будут какие-то крупные проекты, буду думать, выбирать, продавать. Вот, это моя как бы специфика. Так, значит, Ириша, лучшее число конкурентов по товару. И правда ли, что если Amazon продает, то туда лучше не лезть? Amazon то же самое, что и бренд. Количество конкурентов, ну это я могу сказать, это я знаю, откуда это идет, из той таблицы. Вот, ну для меня лично таблица-то она всегда была бредовой. Это когда люди теоретически придумывают какие-то показатели, которые должны повлиять. Но это на мой взгляд. Из-за этого она абсолютно нерабочая никакая. Но это лично для меня, еще раз говорю, кому что нравится. Вот. И количество конкурентов для меня не имеет вообще никакого значения, потому что конкуренты могут быть в аут-оф-стоке. Сегодня конкурента нет, ваш товар придет, например, через 2 месяца. Будут совсем другие конкуренты. Миллион, миллион переменных, которые никак вы не можете просчитать. И есть показатели, влияющие на успешность вашего запуска, которые влияют на длинные перспективы, а есть, которые краткосрочные. Вот в этой таблице вы как раз смотрите на краткосрочные вещи, и все. Особенно мне нравится, хороший листинг или плохой. Вот там 50 букв написано или 150. Вот если 150, значит хороший листинг. А если 250, вообще великолепно. Но если 50, это очень плохой листинг. Так, ё-моё, зайдешь у всех бестселлеров, я считаю, чем, например, короче, чем лаконичнее, чем качественный листинг, чем он короче, например. Вот, но это опять же, то есть это исключительно я к тому, что это субъективное мнение. Вот, и не у всех бестселлеров есть короткие листинги. У многих они очень длинные, наверное. Вот, но у многих короткие, опять же. То есть если такие, такие, кому что нравится. Ну как можно оценить тогда листинг? Хороший он, плохой или средний? Ну просто это такие вещи, просто надуманные, не более того. Из-за этого по количеству конкурентов я также на это вообще внимания не обращаю. Каким образом открыть несколько аккаунтов? Ну, на данный момент я дома, например, провел уже себе, то есть покупая 2 ноутбука старые, сейчас хочу продать, и на 2 ноутбука, 2 тупо провайдера, хотел единственное поставить моноблок, но потом передумал, вот, и все-таки, наверное, поставлю 2 роутера, и 2 Wi-Fi будет в квартире просто и все. Единственное, узнаю там, как это правильно сделать, потому чтобы они там сигнал не перебивали уж совсем. Может быть. Ну, VPS самый простой способ. В Ну, перепрыгивание неудобно тоже. Зачем? смысле перепрыгивания. Ну, VPS. Что VPS? Ну, этот сервер удаленный. Не, ну я понимаю, говорю, всего надо в него зайти, надо он притормаживать, там все равно есть моменты. Нормально это, когда у тебя нормальный интернет, и ты просто сделал удаленный рабочий стол, ты нажал на него, и все. То есть, мне кажется, это проще, чем входить в новый компьютер. Плюс, допустим, ты куда-то едешь, в Так. какую-то другую страну, это лично мой опыт, ты с собой не будешь эти все 3 компьютера тащить, правильно? А зачем? У тебя же, вот мне надо. Нет, я его подключил на том компьютере, когда мне там что надо. У меня же здесь, вот, я управляю аккаунтом. Какая мне разница? Зачем мне VPS вообще? Нет, так а чего ты тогда говоришь, что перепрыгивание? Нет, сейчас мы разговариваем, как их открыть сначала, Жень. Ну, Не открыть. как Потому что содержать. А здесь в Амазоне мы его, я вам сейчас 4 аккаунтами управляю, да и все. Пошел к соседу, хочешь оформить на его айпишник, у тебя, главное, должен быть другой компьютер, должен быть другие карты там, то есть вот и все, больше ничего не надо. VPS. Для того, чтобы открыть, VPS хватает. Это удаленный компьютер, который находится где-то в Голландии, там, в Да Аргентине. я понял, это удаленный сервак, ё-моё, но я тебе еще раз Да. говорю, если мы говорим о большом количестве, то да, а если о малом, не имеет значения, где ты их открываешь. Ты все равно через Amazon можешь зайти, и у тебя будет десятки аккаунтов под управлением. То есть зачем вообще даже VPS-то нужен? Объясни мне. Ну,
VPS всегда, как бы, как по мне, немного надежнее, чем вот этот такой аккаунт, к которому ты привязываешь. Понимаешь? То есть, когда есть много нюансов, когда ты привязываешь все к одному аккаунту, то управляет им один человек, и Amazon сечет эту тему. Как бы, ну, если вот в этом отношении только, если только в этом отношении к этому относись, нет, не VPN. VPN это другое, так понимаю, да? VPS это другое. VPN это то, что как бы как этот... IP меняет, да. VPS это удаленный компьютер. Это всякие брусеки и все остальное, это совсем другое. Там, потому что Amazon, он читает и адрес там, MAC-адрес там, и всякую вот эту вот лабуду, номер вашего компьютера там, короче, все подряд. Ну ладно, это все такие моменты, на самом деле элементарные. Это больше дропшиперы и так далее. Мне не надо большого количества, я единственно управляю вот этими аккаунтами. Вот. Но в будущем, да, как Женя правильно говорит, что лучше перестраховаться. Документы вот. Оформляют на родственников. Самый надежный вариант. Или бомжей. Вот, как обычно. Как всегда, везде работаем, так и работаем. Продолжаем в том же духе. Вперед. Вижу цели, не вижу преград. Но это в любом случае технический момент. Их просто надо смотреть, да и все. Можно через ВПС. Вот, можно через все что угодно. Я еще раз говорю. Сделал таким образом. То есть, тут ничего такого нет. 20. Нет, просто, Сергей, тут дело не в 20, я говорю, вопрос времени, и вот Женя как раз и говорит, накосячишь на одном аккаунте, а фаршмачишься, вот риски какие. Хотя, на самом деле, ну вот я нанял человека на работу. Какая связь? Ну так, по большому счету. Не с разных компов, а с разных IP. IP никак вам не помогут. У Александра он 50 доступных аккаунтов. Я из-за этого говорю. Доступ можно, но если я хочу открывать, допустим, 5 аккаунтов новых, то это мне что, или ну есть вот, вариант, или покупать 5 новых компьютеров, или 5 новых нет, вот этих. Да не надо. Нет, тут не разговор о 5 компьютерах. Я у себя просто 2 купил, чтобы как раз о чем ты сейчас говорил. Управлять, вот, например, с одного, там, я не знаю, 10, например, аккаунтом, с другого 10, вот о чем. Разделять. То есть я на будущее как бы себе делаю, да и все. Там собственный аккаунт я там заведу отдельный, может быть, чтобы вообще не трогать его там. Ну, короче, свои. А так вот, вот Александр тебе пишет то же самое. Главное открывать на других компьютерах, и все, на других людей. И потом подключается в свое управление. Я не вижу каких проблем. Ну ладно, это уже такой момент. Ушли от темы совсем далеко. Так, пример принадлежности для запекания. И там много разных вариантов. Но продает только Amazon. Но если продает только Amazon, зачем нам туда идти тогда? В принципе, это очевидный ответ, мне кажется. Вот, надо идти там в нише, где Женя вот как раз говорил. Есть лидеры, есть средние, есть слабо продающиеся. Надо, соответственно, от этого отталкиваться. То есть ниша разбита. А когда один снимает все сливки, то беда. Amazon является абсолютным брендом для, так скажем, площадки Amazon. Sold by Amazon, конечно, это чуть-чуть не то. Бывает просто реально Basic Amazon, например, это реальный бренд Amazon. А бывает Sold by Amazon, где там вендоры там с ними договорились, там, или Amazon им предложил, они торгуют. Вот здесь чуть не так, но в любом случае имеет место быть. Конкурировать с ними можно. Но опять же, если ниша вы заходите, там все конкурируют. И Amazon, там, и какие-то другие бренды, это да. А если там только один Amazon продает, смысла не вижу. Просто мы еще раз, я еще раз хочу повторить о том, что бренды, настоящие бренды, мы ничем не перебить не сможем. И мы у них только сможем в лучшем случае отнять какой-то кусочек. Это в лучшем случае. Мы можем отнять реально у тех, у кого там PPC крутое, у тех, у кого листинг крутой, фотографии крутые, у кого хорошие продажи. Вот, но они не являются брендом. У кого там отзывы 2000. Мы у них можем больше отнять, чем у серьезных брендов. И неважно, даже если у бренда не так много этих отзывов. Ну вот, просто все зависит от серьезности бренда. Главное, чтобы заходили с разных.
Так, своими товарами бренд-регистры делали. Я не успел. Ну, да, когда у нас там их отменили? До 1 мая кто успел, тот съел. Вот, у меня на тот момент не было товаров своих. Вот, те товары, которые были, мы их уже продали давно. Мы вот как раз на запуске такие активные пошли где-то с мая месяца, в начале июня. По поводу сетов. Вот он, Ириша нашла сет, хотя легко можно и отдельно купить, но продает только Amazon. Вот с этими сетами, китами очень аккуратно надо, так же, как и с вариацией. Но лично для меня, мне они неудобны. Чем больше сет, тем больше геморроя с проверкой товара в Китае. Они что-нибудь забудут положить, не дай бог. Вот, там много всяких моментов. Сеты так же самое, как хвост. Есть главный ключ, а есть сет. Вот, и он как бы такой, заведомо хуже продающийся, как правило. Ну, не знаю, я не очень люблю. У меня уже был осадок негативный по этим сетам, я уже наелся. Лучше отдельными товарами торговать. Так. Запускаем чаще всего по одному товару. Ну, стараемся, по крайней мере. Еще раз говорю, потому что когда много товаров запускаешь, теряется концентрация. И лучше потом паровозом подцеплять. Ну, это мое мнение. Пробуем разные варианты. Но получается, к сожалению, именно так. Хочется быстрее и много, но что-то как-то вот проблема начинается. Так, отработали 2 часа. Я думаю, достаточно. Давайте последние вопросы, если у кого есть горячие, и мы спать пойдем. А то уже 1 час. Так, Алекс, вы рекомендуете делать бренд-регистри в свете одного видео и распространения возможности бана своего же товара Амазона по левой жалобе. Я ничего не рекомендую. У вас торговая марка, если есть, можно делать, можно не делать. Бренд-регистри можно делать, в принципе, для гейтинга, но по последним информации о том, что там черными вещами люди занимаются, все-таки есть момент, что нет смысла. Но я не знаю, я в любом случае торговую марку регистрирую. Хоть есть всякие новые. Сегодня одна история, завтра другая, а послезавтра что-нибудь третье будет. Вот. Торговую марку можно торговать не только через Amazon. Для меня Amazon это отличная площадка, но она очень горячая, очень изменяющаяся, очень нестабильная. Вот. И там можно заработать, можно пролететь. То есть есть какие-то другие способы заработка дополнительные, то есть надо как-то нивелировать свои риски. И Amazon, естественно, высокие риски всегда равняются высоким доходом. То есть Александр. Так, Олег, Александр, то есть однозначно открыть аккаунт на отдельном компе, потом открыть полные права себе же правильно. Да, админ сделал, да и все. Зачем несколько аккаунтов? Для того, чтобы нивелировать риски. Не дай бог вас забанят за что-нибудь, кто-нибудь на вас пожалуется. Есть много всяких моментов. Я из-за этого раскидываю разные товары на разные аккаунты. Да и опять даже вот тупо сейчас кто-то вот меня, магазин мой спалит, и весь мой товар за мной пойдет. А так не пойдет. Есть момент, конечно, да, бывает, приходишь в нишу и думает, он какой-то лошок пришел, первые места тут занял ему, а сейчас мы его нахлобучим. Это да, есть, конечно, такие моменты, но тут вариантов все равно нет. По сертификатам надо узнавать. Самый простой вариант, как проверить, есть ли сертификат, какой нужен, это создать листинг технический и шипмент. И Тут подожди. 80% Amazon сразу тебе скажет при создании или листинга, или шипмента, нужен ли сертификат. Если нужен, то выскочит хазмат, на который нажимаешь, и там видно, что они хотят, какие сертификаты и так далее. Это самый такой примитивный вариант. Ну да.
Ну вот у меня сейчас стандартный товар, которым я торгую, добавляю вариации, и мне просто пишут хазмат, хазмат, хазмат. Ну, спалит это что? Это в плане того, что даже вот мы рассказывали по выбору товара, просто зачем будут за нами смотреть, следить. То есть, да нет, ну чем меньше информации, зачем она нужна лишняя? Лишняя информация ни к чему. Ладно. Всем спасибо, кто присутствовал. Надеюсь, у вас у каждого аккаунта отдельный счет в Пионере. Ну, естественно, конечно, а как же по-другому? Так, я думаю, можно прощаться. Всем спасибо, кто приходил. Надеюсь, чем-то помогли. Какой ник у Жени? Жень, может, Женя скинет сюда на свои реквизиты. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, всем пока. Да, пока.